в этом году в рамках этого приятного праздника тоже конкурс, видеоконкурс. И мы получили очень-очень интересных и красивых видеоклипов. Всем большое спасибо, что участвовало в проекте. И мы пригласили сюда вместе шесть мужчин. Нельзя сказать, что они... Жюри выбирал 6 лучших клипов. Но все были хорошие. В каждом клипе было что-то хорошее. Но потом, поскольку это было очень-очень трудно, выбирать наилучший из тех 6 клипов. Анастасия Маркевич из Минска. Насте 17 год, и она только что закончила школу и поступила в университет.